Привет, это Кардиф и рубрика «Информатика», в которой мы будем говорить о различных аспектах механики игры Pass of Exile. На канале уже есть цикл из 11 видео в соответствующем плейлисте, рекомендую ознакомиться. В последнее время в пояс стали добавлять различные утилитарные способности, которые не просто бьют противников, но и добавляют некоторые механики, раскрывая и улучшая другие способности. Сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом многогранном таком умении — гидросфере. Ее можно использовать в игре множеством способов, об этом немного позже, для начала пару слов о ее базовых свойствах. При активации гидросферы мы размещаем в области статичную сферу воды, которая, в общем-то, висит, ничего не делая. Если мы нанесем по гидросфере критический удар умения молнии или холода, или же просто удар, накладывающий состояние холода и молнии, сфера начнет пульсировать с фиксированной частотой, поражая всех противников в области и накладывая соответствующее состояние – заморозку, шок, ошеломление или хрупкость. Цели под действием гидросферы получают снижение сопротивления молнии и холоду на 10%. В базовом варианте своего использования гидросфера служит для того, чтобы гарантированно накладывать состояние на противников и снижать их сопротивление. Использовать ее как основное умение, наносящее урон, не стоит, так как ее практически невозможно разогнать по урону, частота пульсации не зависит от скорости сотворения чар, и ее можно только слегка ускорить качеством камня и зачарованием шлема для лабиринта, плюс эффективность добавленного урона всего 80%, да и базовый урон способности не очень высокий. Уникальной особенностью гидросферы является то, что это физический объект. Наш персонаж не может пройти сквозь нее, она загораживает проход и по ней можно нанести удар. У этой особенности есть множество вариантов использования. Самый простой мы можем наносить по сфере удар способностью бешенства, гарантированно получая заряды ярости. Это полезно перед началом схватки с каким-то серьезным боссом для того, чтобы внести максимальный стартовый урон. Аналогично можно бить по сфере способностью цепной крюк, получая заряды свирепости. Вы можете, как и в случае с бешенством, заранее набрать максимальное количество свирепости перед схваткой с противником, либо же восполнять свирепость во время длинных фаз эндгейм боссов, пока не в неуязвимости. Бешенство и цепной крюк удобно использовать во второй раскладке оружия, просто переключитесь на нее нажатием клавиши X. Также по сфере можно бить способностями категории Strike, то есть удар. Для этого у вас должна быть возможность наносить удары по дополнительным целям, например, за счет камня поддержки зов предков, клича предков или лучше умения на дереве пассивок – ярость племени. Аналогичный эффект есть на перчатках под влиянием охотника. Ставим гидросферу под босса, наносим удар и вуаля, мы бьем одновременно и босса, и гидросферу. Если мы используем способности со вторичным эффектом, например, магмовый удар, удар молнии, ледяные клинки и так далее, то мы создаем в два раза больше шаров магмы, молний или же тех же ледяных клинков, что по сути увеличивает урон по боссу в два раза. Обратите внимание, чтобы все работало корректно, в основной связке не должно быть камня град ударов, он же мультистрайк. Если ваши удары обладают сплэшем, то есть наносят урон в области от точки удара, то вы точно так же можете удвоить ваш урон. Размещаем гидросферу под босса, бьем одновременно в две точки, босс получает двойной урон от пересечения сплэшей. Особенно это здорово работает с умениями леденящий молот, парный удар и кара, так как там сплэш встроенный без каких-либо штрафов. Главное не забывать ставить сферу под босса, ведь это увеличение всего урона в два раза. Что еще интересно, при ударе гидросфера считается целью с полным здоровьем, и это можно использовать для извлечения выгоды. Например, тот же парный удар имеет увеличенный в два раза шанс критического удара по целям с полным здоровьем, а также наносит таким целям на 30% больше урона в принципе. Это означает, что сплэш, который расходится от гидросферы в босса, бьет его намного больнее. Особенно интересно это свойство гидросферы смотрится на восхождении убийцы, ведь там цели с полным здоровьем также получают больше урона от критов, здесь открывается достаточно большой простор для творчества. Помимо восхождения убийцы, на дереве есть два нода, один из которых также позволяет наносить больше урона по целям с полным хп, а второй увеличивает длительность станов на 50% по таким целям. К сожалению, на уникальных предметах чего-то по-настоящему интересного с похожими свойствами я не нашел. Но это еще не все. Вы также можете увеличить свой урон по боссам и при использовании умений луков.
Например, взрывная стрела. Ставим гидросферу рядом с боссом, стреляем, накапливая одновременно стаки взрывных стрел как на боссе, так и на гидросфере. Происходит одновременный взрыв в двух точках, босс получает двойной урон. У ледяного выстрела и стрелы молнии примерно тот же подход. При контакте с гидросферой происходит взрыв умения в области. Если радиус взрыва достаточный, босса накрывает двумя взрывами сразу. Довольно популярным решением является автоматическое размещение гидросферы при атаке луком при использовании уникального шлема, напев Азинат. Не нужно отвлекаться на ее установку. Также можно улучшить ситуацию сингл-таргетом при использовании умения жезлов кинетический взрыв. При контакте со сферой происходит детонация, что также удваивает количество взрывов на боссе. Помимо прочего, гидросфера взаимодействует с механикой цепи и разветвления. Используя разветвление снарядов, можно разбивать снаряды о гидросферу, извлекая из этого какую-то выгоду, но что, наверное, интереснее, удары по цепи скачут от гидросферы в босса. А это означает, что эффекты снарядов не только срабатывают от гидросферы, вызывая, например, взрыв, но и летят в сторону босса, поражая его еще раз. Также стоит сказать, что если вы любите экспериментальные билды, то имейте в виду, что гидросферой можно отражать состояние в персонажа, тот же шок или заморозку. Для этого используются уникальные предметы, сдержанность Малигара и центр вращения. Вопрос, в каких случаях это может понадобиться, в своем видео освещал игрок Вульфио, ссылка на его видео по подсказке. Пока на данный момент это все хитрости, связанные с гидросферой и известные мне. Если у вас есть дополнительная информация об интересных комбинациях, связанных с этим умением, прошу оставлять в комментариях, наверняка еще какие-то фокусы имеются. Большое спасибо за просмотр этого видео, с вами был Кардив, увидимся на трансляциях, пока!